Да, впервые купила курицу такую, так канджон, в каком-то черном соусе. Сейчас Софья будет снимать пробу. Друзья, извините, что так долго нету влогов. У меня творческий кризис. Вау, выглядит это, ну, по меньшей мере, странно. А мё? Ханжан мэкко. Мусы маша? Ганжан? Ганжан мэкко анинго. Ге боя? Масинчи моргэссо. Исане? Мэссо. Потом дакканжоу токатэнде. Нда ханада мэ. Синча ханада мэкко далкомэ. Анжина так чоаге. Кре? Ному далкомэ. Ному далкомэ? Ному далкомэдо исанэжана. Анде даги иссогаджуго куредо. Соусун далкоманде даги иссосо. 괜찮은 것 같아. 그래? 응. 소피야, 우리 언제 다이어트 할까? 뭐야? Нас разнесло обеих реально. Софья вообще толстенная стала. И я такая же. Зимний у нас жирок накопился. И мы вот сейчас думаем, какую диету нам начать. Но сначала съедим всю курицу в сладком соусе, в жирном. Потом сядем на диету, да? И вот там куда это? А карамель могут чем? Дыки, якан. Ури, оттуке дает халька? Мо халька, ури? Суён? Да, у Софи начались каникулы, и она хочет в бассейн походить. Она надеется, что там схуднёт. Анмогуменен. Я-то знаю, что нифига не сбросишь с помощью спорта, потому что жрёшь еще больше. Ой. Оди сухайка. Арасо Анджина наанте намгё. Мукчима. У нас, видите, изменения такие. Стол в корейском стиле теперь. Вот так вот он выглядит. Он неровный со всех сторон. Еще и посередине у него дырка такая вот. Как это показать-то лучше, не знаю. В общем, это просто стволы дерева цельного. И он неподъемный, он очень тяжелый. Все, как я мечтала, короче. Цвет немножко у него, конечно, ярковат получился. Немножко ярче, чем на фотографии. Я по интернету выбирала, заказывала. Вот. Но так, это именно то, что я хотела. В корейском стиле такой вот стол. Дети счастливые, они теперь здесь проводят кучу времени. Вот. Ну и квартира, конечно, наша квартира не совсем подходит для такой мебели. Но мы как бы на будущее, когда переедем, будет у нас, я надеюсь, более в таком корейском стиле, нежели в европейском. А так эта квартира больше, конечно, под европейский стиль. И вот это вот вся светильники вот эти вот, все заточено под то, чтобы здесь стоял европейский стол со стульями. Вот, сейчас в квартирах в основном так делают. Ну, а в джутеках, в каких-то своих домах, можно делать уже в корейском таком стиле. И очень хочется. Вообще у нас очень много перемен дома. Очень много купили всякой разной мебели. Все опять переехали. И я буду снимать отдельное видео про это. Сегодня вот просто решила выставить небольшой вложик. Для тех, кто совсем уж соскучился по нам. Моя его? Его могуш сильно снять. Э? Могуш сильно. Его кликотаги амена могуш сильно. 뭘로 만드는 거야? 구화검이라고. 먹어봐 조금. 아니 지금 못 먹지. 왜? 너무 내가 그 물을 이거 먹는 걸로 해야 되는데 이 물로 해가지고. 그래서 못 먹어.
Это какой-то киселек прям. Коньяк джелли гатчи ана. Кэчи. Комуль гатэ. 이거 이거 진짜 색깔 있잖아. 만드는데 색깔 진짜 콧물 색깔. 그래서 내가 일부러 색깔 이렇게 바꿨어. 이렇게. 이게 진짜 유명한 슬라임이야. 이거 슬림카페에서 만들었잖아 저번에. Да, у нас папа, кстати, поменял полностью свой бизнес. Сейчас он делает слайм-кафе у себя на заводе, то бишь он завод полностью убрал, теперь делает там слайм-кафе детское. И про это тоже будет, конечно, отдельное видео, и не одно, наверное. Будет очень интересно. Вот так вот корейские мужчины могут в 50 лет почти, да, почти в 50 лет полностью сменить направление в бизнесе. И ничего, не боится. Я это больше боюсь, чем он. Он сказал, что ему надоело заниматься строительным бизнесом вот этим, и он хочет заниматься чем-то другим. Я еду встречать Ангелинку из садика. 4 часа сейчас. И я хочу показать вам, какая у нас погода зимой. Сейчас ровно середина зимы, да, практически. И вот такая вот у нас погода. Здесь мы видим столбец с числами, а здесь температурой. Первый столбик, это там, где минус стоит, это ночная температура, а через черточку такую дневная температура. Как вы видите, средняя температура зимой, дневная в Корее, это 4-5 градусов. Вот сегодня 4, завтра будет 6, послезавтра плюс 7, а потом плюс 5. И, в общем, вот такая вот зимняя температура. Конечно же, она иногда опускается, я имею в виду дневная температура, до минуса. Это считается уже мороз, если минус в Корее. И, например, даже температура в минус 5 градусов ощущается как минус 10 в Корее, из-за того, что Корея окружена, как вы знаете, морями, и вот этот вот холодный пронизывающий ветер, он способствует тому, что ощущается мороз гораздо сильнее, чем он есть на самом деле. Но тоже только тогда, когда ветер дует. Когда ветер не дует, то, в принципе, никаких проблем нет. Вот, еще зима в Корее довольно солнечная, практически постоянно солнечная и без осадков. В принципе, в такую температуру должен был бы идти дождь, да, вместо снега. Но ни дождя, ни снега зимой в Корее практически нет. Ну, максимум там пару-тройку раз выпадет снежок или дождик, и все, и тут же тает все это дело. Вот такая вот погода у нас зимой. У Софьи сейчас каникулы, она сейчас ушла в музыкалку, музыкальный тэквондо, и после этого пойдет на тэквондо. Она ходит на тэквондо, я не знаю, уже может пару месяцев, точно не скажу. Вот, и возможно мы с Ангелинкой сходим, ее там поснимаем на тэквондо. Думаю, вам будет интересно посмотреть, как это проходит в Корее. Сейчас Ангелину привезут на таком маленьком желтеньком, я не знаю, как это назвать, маршруточка, не маршруточка, маленький такой детский автобус, потому что она после садика, там же при садике, ходит на дополнительные занятия, на рисование в художественную школу. Вот, и она не со всеми детьми на большом автобусе приезжает, а на маленьком, на котором разводят всего несколько детей, которые занимаются именно рисованием. Автобусов масса, конечно, у каждого садика свой автобус, это вот не наш, но все они желтого цвета всегда. Желтый цвет в Корее означает, что это, что в этом автобусе едут дети. И вот наша подъехала Ангелинка. Снимать не буду, как-то неудобно. Гелика, как всегда, расстегнута. Блин, садики никогда не застегнут куртку. Но корейцы вообще очень слабо одеваются зимой, они не укутываются, несмотря на то, что бывает иногда, ну, прям очень холодно, они все равно все ходят босиком, в сланцах каких-то, там, в кроссовочках, расстегнутые, без шапок, без перчаток, без носков, в общем, без всего. Ну, длинный пуховик надевают, как бы, и все. Вот, и причина
Причин много на самом деле. Это и какая-то своеобразная мода такая, на стиле, можно сказать. И другая причина в том, что не так уж и холодно, согласитесь, зимой. Ну, какая-то европейская температура в Корее. Вот, а европейцы, как известно, тоже ходят полураздетые зимой. Поэтому как бы температура. Плюс в Корее не нужно как бы долго шляться по улицам зимой, они особо не ходят, не гуляют. В основном это из метро там до работы добежать 3 метра или там на автобусной остановке постоять 2-3 минуты. То есть вы не находитесь без вашего желания на улице какое-то длительное время. Да, если даже вы не на машине, если даже вы на общественном транспорте перемещаетесь, то все довольно близко, все довольно компактно. Здесь компактно, и поэтому такие дела. Мы сейчас едем через стоянку, потому что у меня на гироскутере совсем села батарейка. Я боюсь, что он в горку нас двоих вот так вот не поднимет. А через стоянку мы сразу заедем в лифт. Одигаури. Мы идем в библиотеку. Софье надо поменять книжки. Она обожает библиотеку и очень обожает читать. Читает столько за неделю, сколько я за всю свою жизнь не прочитала. Не знаю, мне как-то больше нравится аудио, какие-то лекции слушать, какие-то книги, аудиокниги, потому что от чтения у меня сразу в сон клонит. Сразу засыпаю, как только книгу беру в руки. И сейчас, да, покажу вам, как выглядит библиотека наша, которая рядом с домом. Рядом с домом, рядом с ее школой находится. Вообще в каждом районе, на каждой улице обязательно есть библиотека. Корейцы очень многочитающая нация. Несмотря на то, что смартфоны у каждого есть. И, в принципе, можно в смартфонах сейчас читать книги какие-то. Но все-таки корейцы бумажные книги любят больше. Реально рука отмерзает камеру держать, когда с ветерком едешь. Опс! Так, я на своем скутере за ними не успеваю, конечно. Он мне не дает развивать такую скорость, сразу начинает семафорить. И вот она, наша библиотека, сразу находится здесь, рядышком. С библиотеки сразу, наверное, Софья пойдет на тэквондо, я не знаю, может, домой зайдет, переоденется. И вот здесь у нее школа тэквондо. Просто оставляют велосипеды, скутеры, все, что хочешь. Никто никогда не украдет. Ой, как-то тепло. Ага. Вот так дают книги. Все на автомате. Нифига себе, я первый раз тут. Вот это да. Фантастика. Здесь же можно вот так посидеть, почитать. Очень тепло и уютно. И есть детские такие залы, видите, в корейском стиле, где можно на полу сидеть. И, как видите, люди предпочитают больше сидеть на полу, нежели на стульях. Анджелина, ты? Ангелинки выбирают книжки. Тебе чек манчана? Куре? Иго? Куре? То. Что там выбрала Геликс? Куре. Ага. Про кита? Ну, кто бы сомневался? Самаги? О, Иго? У тебя есть? Нет? Его у тебя есть? У тебя да есть? Опса, опе. То коми? 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 Я его не могу дать. Вы? Чингуро. Я не могу дать. Я девочка.
А мой младший брат мальчик. Видите, в каком возрасте начинает тему эту открывать. В самом-самом маленьком. Вот в этом круглом отсеке для самых маленьких. Чем я не гопса? Тайлгусов? Чем я не гопса? 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 Чем 무서워. 이거? 이거 이거래 나보고. 나 이거 못 읽어. 왜? 어려워 영어. 아 영어? 어 영어야. 영어 어떻게 읽어? 난 약간 셜록 홈즈 이것도 재밌어. 뭐야? 에잉? 뭐지 이거? 이제 너 보여. 근데 이것도 다 봤어. 시리즈. 어떻게 뭐 볼 거야? 아니 드디어 나 골랐는데 한 10분 아 골라 천천히 골라 그러니까 더워서 점심 응 там вот видите такие удобненькие подушечки лежат можно там залечь почитать там вон также кафешечка есть кофе И вообще много чего здесь есть. Большая библиотека. Это вот только детская. Там еще есть взрослые. Вот это Сирич. Во, вот он. Ну, баран еще. Камерки. На тунце. Тазо. Я садики. Линда. Линда. Пром, он же это шива? Та Ильгос. Ильгонас. Та Ильгонас. Баундер. Иджу чонкаджи. Ага. Эй! Что делаешь, а? Вот вандал маленький. Сразу видно, чья кровь тебе. Иди, вандалидзе. Кореец так никогда не сделает. Ангелина, иди отсюда. Смартфон вообще я могу домотать. Мугега? Мугиман понынго? 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 얼마 아니야 그 돈 아니야 그 얘기 영수증 나 이거 지금 했다고 언제 다시 가져와도 이거 내가 이만큼 빌렸다고 그냥 영수증 все бесплатно надо наши все книжки которые у нас дома не нужны уже прочитанные сюда принести вот я сейчас спросила и сказали, что да, можно принести наши книжки. Кры? Мойса? Мойса? Музей здесь, говорит, надо потом мы придем сюда, когда время будет побольше, и все здесь посмотрим, покажем вам. Здесь есть музей, и очень, говорит, много что есть интересного. Вот. И да, нам сказали, что мы можем принести, сдать наши книжки, если они не старше 5 лет. То есть старые книжки они не берут. Такие потрепанные. Да? Вот такие? Это, прикиньте, такая штука, куда ставишь книжку, и да, она обеззараживается, убивает всех микробов. Это для совсем таких перфекционистов, брезгливых таких, знаете, есть такие люди, которые «О май гад, микробы, микробы!» И да, там можно продезинфицировать все. Очень прикольно.
Даже об этом заморочились. Ну, корейцы, ёшкин кот. Не устаешь поражаться всему, что здесь происходит. И да, сейчас мы пойдем на тэквондо.